Необычный формат встречи 2021 года предложила мэрия Одессы. Там из-за пандемии новогодние праздники в городе пройдут без масштабных событий. Традиционного концерта на Думской площади не будет, его заменят онлайн-мероприятия. Основна частина святкових заходів відбуватиметься в режимі онлайн на офіційних сайтах міста, в соціальних мережах. На одеських телеканалах транслюватиметься святковий концерт з привітанням міського голови з новорічними святами. Ко дню Святого Николая 19 декабря на Думской площади установят главную елку Одессы, а на Приморском бульваре будет курсировать поезд для детей. У памятника Дюку установят карусель, на Греческой площади появится ледовая арена, а в Летнем театре заработает резиденция Деда Мороза. Не останется Одесса без фейерверка. В каждом районе города он будет свой. Именно таким образом мэрия надеется избежать большого скопления людей. Правда, как избежать массового скопления одессита вокруг елки, карусели, на катке, пока непонятно. Город уже имеет негативный опыт проведения неконтролируемых мероприятий, например, 2 сентября. Напомню, Одесса и область в целом среди постоянных лидеров по уровню заболеваемости COVID-19. Так, 12 декабря зафиксировали рекордные 1357 случаев.